Дальше мы поговорим о вкусе пищи. Каждому органу соответствует пища определенного вкуса. Печень любит кислый вкус, сердце горький, селезенка сладкий, легкие острый, почки соленые. У каждого человека свои вкусовые пристрастия. Продукты кислого вкуса воздействуют на печень. Если печень ослаблена, необходимо добавить в рацион немного кислого для укрепления печени. Но избыток кислого, наоборот, вредит печени. Горький вкус полезен для сердца. Сладкие продукты вскармливают селезенку. Так как сейчас сладкого едят много, у многих людей наблюдается повышенный сахар крови или нарушенное пищеварение. Во всем нужна мера. Острые продукты стимулируют наши легкие, наполняют их ци. Если при отсутствии аппетита съесть кусочек перца, то аппетит появится. Но такая стимуляция задействует изначальную ци организма и тратит ее. Поэтому острое надо ограничивать, чтобы не наносить вред легким. Соленое нравится почкам. В народе есть поговорка: «Откуда без соли возьмутся силы?» Соленые продукты стимулируют почки, но соленого нельзя есть слишком много, это для почек вредно. Так действуют на органы 5 вкусов.